Всем привет! Сегодня снова с вами Басон, и сегодня мы начнем прохождение игры Darksiders. Это игра слэшер об одном из всадников апокалипсиса, которого зовут Война. Давайте начнем игру. Будем играть на норме, уровень сложности. Расскажет сейчас самого предыстория. Создание мира, армии небес и ада вели нескончаемую войну. В их противостояние оказался втянут и обугленный совет, призванный поддерживать равновесие между сторонами. Его забота, чтобы ни одна из великих сил, оставшись без надзора, не повредила тонкую ткань мироздания. Со временем и небеса, и ад научились уважать совет и его законы. Ибо никто не мог уйти от скорой и жестокой кары посланников Совета, братства четырех всадников апокалипсиса. Среди хаоса появились и люди. Совет предрек, что эти слабые, но хитрые существа когда-нибудь тоже станут влиять на равновесие. Так родилось третье царство — мир людей. Властью Совета небеса и ад заключили перемирие. Великий договор был скреплен семью печатями, которые должны быть сломаны в назначенный день, когда мир людей будет готов к последней битве, что выправит равновесие и определит дальнейшую судьбу трех царств. Ну вот, так сказать, предыстория всего мира. Сказано. THQ у нас. Visual Games. Типа представляют Darksiders. Интересно, конечно, начинается с пробки в каком-то городе. И по всему миру что-то происходит. Нам показывают конкретно США. Взрыв. Что-то там падает у нас. Демон какой-то с каким-то ангелом кем-то борется. Да, упало что-то большое. Вот такое еще выжить. Демон завалил ангела. Какой-то механизированной броней или еще какой-то. И пошел выбить всех подряд налево-направо. Какие-то сейчас собачки вылезли. Какая-то как собачка реально заскулила. Вот и мы, говорится, наш персонаж. Брутальный чел с большим мечом. С огромной рукой еще придачу. Брутальный мужик, блин. Ну вот. Мы. Управление здесь, клавиатура, мышка. Можно, конечно, через джойстик, но не очень удобно. Морде и отрубили голову. Это система добивания, клавиши Е. Еще псинка. Нарезка. Че? Теперь этот спускается к нам.
Достал, засранец. Ух ты. Нифигово. И добивание. Отрубаем одну, вторую. Удар снизу. И хопа. Башка хрустнула. Видите, на здоровье одна шкала, плюс еще целый ряд черепов, то есть шкал здоровья. То есть просто так тоже не умрем. Кто там шмалит? Она здесь! Оп! А где псина? Ты пока ему стреляешь, чувак. Чё? Всё. Пистоль убрал. Чё-то я, кажется, не тех завалил. Ну ладно. Какая разница, какой лопатой бить кого? Он какой-то голем здоровый. С надгробиями на спине. Были прикованы цепями куда-то к земле или к чему. А, его кто-то держит там. Демона, что ли, получается, удержали. Придет правосудие! Ангелы, блин. Ангелы Чарли, блин. Эй, ты, чувак, иди сюда. Я сейчас твой посох в задницу затолкаю. Ну и получилось, ему затолкаю тебе. Да, реально, отгрубили на спине. Да так, нога как Герсовар. Какой-то горн прозвучал, но что-то стало фигово. Что происходит? О, мы потеряли силу. Здоровье уменьшилось, у нас 4 черепа осталось, шкалы заполнены. То есть, получается, нас этим горном ослабили. Я говорю, я делаю путь. А, он за спиной. Синка. Ах, хрен, под лопату попал. Товарищи, идите сюда. Мы не сдадимся! Мы не сдадимся! Правосудие грядет! Правосудие грядет! Всех под лопату. Большая лопата. Нарезка, иди сюда. Куда собрался? Какая-то скверна, что ли, или что это такое? О, собачки. Ой, бошечку отрезали, ну ничего страшного. Сходишь к хирургу, тебе пришьют он заново. Да. Кому-то придется точно большой ремонт сделать. Опа. Ангел, что ли, собирался нападать на человека? Да, та хрень точно. Больше ангела раз 5. Если не больше еще. Чё ж с каким-то роботом, реально?
Чувак, ты там зря сидишь. Привет. Шпок. Вам ляжки, ножки, грудку. Или, может быть, голову. О, и ты здесь. Ну, ладно, тебя тогда тоже на фарш. Да сколько ж вас там лезет-то? Еще лезут. Кто вас из зверинца-то выпустил? Я думал, уходите потренироваться, стул у вас там всего лишь. Походу, раз вы такие непослушные, придется вас всех разрезать. Что-то больно быстро закончилось счастье. Не, нам пофигу, с такой высоты падаем. Шашлыки б точно пожарить такой. Кто-то точно зажарил вертолет. И поехали. Да, точно надо похудеть. А то уже не выдерживает. Вперед! Мы не сдадимся! Правосудие грядет! Мы не сдадимся! Подвал лопату. Слышь ты, куколка. Так, туда, наверное. Хотя хрен поймешь куда. Там все раздолбанный, там. О, лава. Еще там только что. Что там опять упало? Опять все воюют. Мы не сдадимся. А, очередной ролик. Какие-то механизированные ангелы, блин. Собачка из лавы. Главный ангел, что типа, или что? Военачальник какой-то. За это время уже забрали какие-нибудь стволы, блин, новые. Какие-то мечи все рубают. Закусили прям ангела. Здесь закусывают. Да, кровище, конечно, блин. Не может быть, Авадон. Что происходит? Где мои братья? Может быть, последняя печать? Господин! Как обычно. Шестерка. Как же это возможно? Шестерка вышла в командира. Седьмая печать не была сломана! Авадон! Во имя небес, что же ты натворил? Я откликнулся на зов. А, то есть, получается, нас позвали.
Опа, и нет ангелочка. Откуда-то он там тачки берет. Прям машинка такая маленькая, ему что-то сделает. Давай, давай еще. По руке чуть-чуть цепанули. Привет, малыш. Вот ты, какой веселый-то. Ух ты. Урон-то он наносит. Ну, давай, давай. Чпок-ч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 пок. О, давай, давай, давай еще. Бибику нам сюда. На, лови обратно. Вовремя. Ну давай, давай, что там? Опа. Кис-кис. Чё, блюешь что ли? Ну, смотри, не жёлтый. Чпуньк, чпуньк. Я был в воздухе. А-та-та. Мама тебе не говорила? Не бухать, чтоб потом не тошнило, деточка. Ох ты, попал. Получи фашист гранату. Я что, такой первый босс? Даже не шкалы здоровья, ничего нет. Ну, ну давай, давай. Добивание, меч в глаз, и опа, и что-то происходит. Опять в горн, мы падаем, теряем силы, вообще еле живые. Эта хрень ржет. Получаем от нее по морде. Растоптан. Короче, нас завалили, я понял. Закон ясен. Когда будет сломана седьмая печать, четыре всадника должны выступить и покарать заблудших. Будьте сынами человеческими, посланцами небес, либо исчадьями ада. Все на земле подвергнется их суду, и вновь воцарится мир. Ты забыл свое место, всадник! Ты забыл закон!
Зов еще не прозвучал, и все же Разрушитель вывел свои войска, и ты был под его черным знаменем, если верить словам. К черту лживые слова. Печати были сломаны, я явился на зов. Тогда где были остальные всадники? Почему они не явились на зов? Семь печатей сокрыты, как и были сокрыты со дня заключения мира, вечность назад. Они не тронуты. Никакого зова не было. Ты помог стороне тьмы, нарушил священный договор, чем погубил мир людей и нарушил равновесие. Смеешь ли ты отрицать это? Когда явился я, небеса и ад уже вступили в бой. Авадон был там. Он знал, что происходит. Авадон погиб, сражаясь с хаосом, разразившимся по твоей вине. Я сражался с демонами, даже лишенный сил, и все же вы вините меня! Твое поражение тебя не оправдывает. Надо полагать, Разрушитель использовал тебя и отвернулся. Ты приступил закон, всадник! Ты будешь наказан! Я служу только совету. Только равновесию. Никогда не было иначе. Отправьте меня назад. Я покараю тех, кто виновен. Что? И как же ты надеешься одолеть армию Разрушителя? Ты же бессилен! Когда я погибну, и руками демонов будет исполнен ваш приговор. Так тому и быть. Ты вернешься на землю. Но за тобой будут следить. Подойди. Нам дадут служанку, короче, так Наблюдатель последует за тобой. Он убедится в твоей верности. Это что еще за хрень? Ты не предашь, иначе я сниму с тебя кожу. Довольно. Восстань, война, и возьми оружие. Короче, опустили ниже плинтуса, теперь будем восстанавливать свою... Клинок, алчущий чужих смертей. Легендарный меч войны также лишён силы. Угу. Подземные клинки задействуют силу пожирателя хаоса. Можете понять. Ну, как обычно. Способность с мечом. Души мертвых станут для тебя златом, ибо некоторых врагов проще подкупить, чем убить. Угу. Валюта типа души, когда вам Малкрай. Души откуда надо получать, значит, кого-то нужно убивать. Золото, здоровье, ярость. Игра как два Малкрай. Найди демона по имени Вульгри. Его услуги немногим по карману, но вдруг ты преуспеешь. Совет нынче договаривается и с демонами. С начала войны некоторые из демонов попали у Разрушителя. Вульгри один из таких изгоев. Он давно искал возможность встретиться с нами. Давно ли я нахожусь здесь? Да. Фигованно присобачили эту хрень.
как прошлый раз нас скинули с небес куда-то. Похоже, мы самую малость сбились с пути. Не спеши, всадник! Я разъясню тебе основные правила. Пока все не закончится, ты пес на поводке. Я говорю лаять, ты лаешь. Если я решу тебя пнуть, не вздумай скалить на меня зубы. Это ясно? Или мне разучить с тобой команду «Умри»? Короче, здесь делают собачку на телевизоре. Хороший мальчик. Дать бы ему в зубы. Хотя у него и того нету. Души, значит, да? Да, души из всего что угодно можно получать. Огонь нам что-то по барабану. Будем разрушать, значит, все. Нажимаешь один раз, что-то целая комба проходит. Так. А, то есть мельницы на ты нету уже. Души, конечно, пригодятся для брейда. Как-то не очень весело. Сил-то не особо таких. Как до этого были силы. Вы подумайте, души это только у живых существ, а почему же из-за живых каких-то баков мусорных, блин, души? Бомжи там что сидят? Или в машине кто-то там сидит? Ладно, вот эти деревяшки-то. Откуда там души? Теперь пошел принц Персии, блин. Паркур. Так вообще, если не люди какие-то лежат, это непонятно кто же. Зубы как у зомби там, или кого-то. Демонов тех же. Глаза, сердце, или что там у них внутри. Как у демонов. О, нас встречают! Остается нашу вилку. Почему бы тебе не представиться? Да, вилочка с размером самой войны. Ну ладно, какая разница, нам скучу. Чё, мы нарежем. Жалко, что ли? Ребят, заходите, не стесняйтесь. Это самый слабый враги у нас получается. Вон там опять внизу. Yeah!
Ладно, сейчас мы забьем тут. Какая-то хрень вылезла новая. Толстячок какой-то. И взорвался толстячок. Ходили души ходячие наши. Привет. Так, души мы забрали. Так, пойдем дальше. Как на ракетке теннисным мячиком. Привет, друзья. Свечение. Так, рядом с предметы, которые можно использовать. Ну ладно. Лучше наш предмет это меч. Так. Чё это было? Ну ладно, хрен с ним. Эх. Мне смысл есть спускаться, там что смотреть? А, ничего нету. Дискотека, что ли? Ну, вот эта верзилка. Пока. Стреляет из пупка. Пупочный лазер, блин. Что это такое? Мы застряли только что в модели. Сиганули, при этом мы не получаем урона и, грубо говоря, стоим неподвижно рядом. Опа, взрывом накрыло. То есть эта хрень еще после своей смерти еще взрывается. Круши мебель, я плачу, называется. Ребята, подходи. На всех меча хватит. Через R можем двигать предметы. Так, сначала пойдем сюда крошим. Второе на все получается 2 шкалы. Сундучок. Сурово по-брутальному. С кулачка. И погнали. Ничего, пол поцарапаем. Хотя есть ремонт уже.
А мы по трубам, опять по привычке. Боец, война. Ты посмел на меня, а я тебя в капусту. И вас в капусту. Капуста нарубленная. Так, куда у нас тут? Наверх куда-то. Спайдермен. Так, опа. Я же говорю, надо худеть. Даже бетон задницу мою не удерживает. Ну, я говорю, как два Малкрай. Те же печати. Пока всех не завалишь в комнате. Фиг, кто тебе даст отсюда уйти. За хрень нас упала. Привет, малыш. А ты кто? Ух ты. А ты, смотрю, непростой. Ломаешь, а? А кто платить-то будет? Да. Кстати, у ворота здесь... зоны, в принципе, такими телепортациями, что ли, с помощью альта. Навалял щей. Добивание. В руку. Получим морду, еще морду, еще. И опа! Нет у тебя башки. Я плачу, поэтому бью. Пока есть возможность поломать мебель, можно. Завалили проход. Какие плохишие. Двойной прыжок, также два пробела. Сколько же у вас тут мелочи-то всякой. Противник не серьезный, мешается. Это как грязь в зубах. Застряла, зубочистка только выковырять. Какая-то зона перекресток. Долго ли я отсутствовал? По земным меркам? Что-то около столетия. Достаточно долго, чтобы все людишки вымерли. Значит, третье царство погибло. Я Супермен, мать вашу. Ох ты, как я приземлился. Ловко. Я почти не заметил, как ты подкрался. Да, такое трудно не заметить. Совет наконец-то мною заинтересовался. Ты что за... Да ты пришел мне с пустыми рогами. Реально лич с рогами, такой же скелетос худой.
и еще совсем юных. Восхитительно. Вроде детишек мы не убивали. Ты хочешь узнать, что за сила стоит за тем, кто зовется разрушителем? Ты найдешь пара больших, там еще какие-то серединки, еще сверху. Без тебя, если что-то. Зачем так спешить умереть? Ты лишь тень себя прежнего, ты не продержишься и мгновения. Более того, путь к башне надежно укрыт демонической магией. Даже я его не вижу. А кто видит? Утоли мой голод, и я утолю твое любопытство. Да. Собрать 500 душ для Ульгрима. Ражурливый засранец. Искать кладеманические безделушки. Угу. Какая-то сфера там, что-то такое. Ну ладно, думаю, для начала хватит. Закончим пока здесь. Всем спасибо за внимание, ставим лайки, подписываемся, оставляем свои комментарии. Всем удачи, всем пока.